сотни брошюр, буклетов, информационные стенды и, конечно, вопросы школьников. В Сарое прошел традиционный форум для старшеклассников «Абитуриент». Свои кафедры направления представили 4 вуза – НИЯУ МИФИ, САРФТИ, Нижегородский технический университет имени Алексеева и ННГУ имени Лобачевского. Форум «Абитуриент» – это совместный проект администрации и Департамента оценки и развития персонала ядерного центра. Встречи старшеклассников и представителей вузов проводятся более 10 лет. Школьники познакомятся с правилами приема, выяснят нюансы, которые их интересуют. Они узнают о правилах поступления на целевое направление, узнают о целевой программе Российского ядерного центра, получат ответы на все свои вопросы, сколько баллов надо для поступления, на какую специальность идти, где какой конкурс. Представители НГТУ имени Алексеева приезжают в наш город около 15 лет. Сотрудничество началось еще при старых правилах приема, до введения ЕГЭ. Как отметили преподаватели вуза, такие встречи помогают старшеклассникам в живом общении убрать многие барьеры и сориентировать будущих студентов. Мы можем конкретизировать, какие направления есть, что нового появилось в университете, чем можно заинтересовать помимо обучения. Ведь, наверное, не только обучение, а интересная вообще жизнь студенческая. Все это мы как раз и пытаемся донести. И вот эта возможность, спасибо, что она предоставлена. Форум «Абитуриент» – это не только место для уточнения проходного балла и наличия бюджетных мест. Здесь выпускники школ узнают о новых направлениях обучения и их преимуществах. Хотя проект в большей степени нацелен на учеников 11 классов, на форум пришли и те, кому ЕГЭ сдавать еще не скоро. Я считаю, что уже в 9 классе нужно определиться со своим направлением, чтобы в 10 и 11 классе быть нацелены именно на те предметы, которые мне понадобятся при поступлении в вуз. Я пришел сюда, чтобы определяться, куда поступать. Пришел, чтобы более-менее определиться с тем, куда пойду и что буду сдавать. Я считаю, что заранее желательно выбрать какое-то направление и найти свой путь заранее. С напутственными словами к старшеклассникам обратились представители городской думы и администрации. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.